Выездные общественные приемные граждан, организуемые на местах республиканскими рабочими группами, стали действенным механизмом по решению самой различной проблематики. Причем меры принимаются оперативно. Превалирует индивидуальный подход к каждому вопросу. Репортаж из Наманганской области. По поручению президента в регионах страны республиканской рабочей группы с участием представителей народных приемных и соответствующих правоохранительных органов на системной основе проводятся выездные общественные приемы по судебно-правовым вопросам. К примеру, такие открытые диалоги в течение 3 дней были организованы в Уйчинском, Чартакском, Папском районах и городе Намангане. На состоявшемся в рамках открытого диалога открытом судебном заседании Уйчинского районного суда по уголовным делам группа лиц, отбывающих наказания, связанные с исправительными работами, лишь определенных прав и ограничением свободы, были освобождены условно-досрочно. Хамрахон Саматова проживает в Касансайском районе. В своем обращении к ответственным лицам она поведала о том, что около 5 лет сталкивается с проблемами касательно правовых документов в процессе воплощения в жизнь проекта в своей предпринимательской деятельности. Говоря откровенно, очень рада. После обращения к прокурору области мне сказали, что вопрос будет глубоко изучен. Ответственные лица сами приезжают к нам. Изучают наши проблемы, вникают в суть каждого вопроса и принимают все меры для их решения. Адхамджон Шарипов из Хода граждан Бог Чартакского района обратился со своим вопросом. Дело в том, что он передал вошедшему к нему в доверие знакомому денежные средства и не может вернуть их. В тот же день эта проблема получила законное разрешение. 2 года назад дал своему знакомому 2000 долларов и не мог получить их обратно. Обратился к руководителю третьего сектора. Я очень рад, что вопрос решился положительно на месте. Такие общественные приемы способствуют таким результатам в процессе изучения различных проблем. Айкром Джон Хайдаров из Уйчи не мог получить свидетельство о рождении ребенка, родившегося в Российской Федерации. Обращение было рассмотрено ответственными лицами областного управления юстиции и решено. Свидетельство о рождении было оформлено и выдано гражданину. В процессе открытых диалогов всего рассмотрено 509 вопросов 505 обратившихся граждан. 425 из них относятся к судебно-правовой сфере, еще 85 – социально-экономического характера. 208 обращений решены на месте, 87 гражданам даны правовые разъяснения, 204 обращения взяты под контроль. 4 территории с трудными условиями охвачены мероприятиями на основе принципа «благоустроенный дом», «благоустроенная улица», «благоустроенная махалля», среди которых исход граждан Махалин-Робот Папского района. Местные жители сталкивались с многолетними проблемами, связанными с обеспечением электроэнергии, питьевой водой, природным газом. Теперь же они решаются в процессе созидательных мероприятий, которые близятся к завершению. В рамках общественного приема члены республиканской рабочей группы изучили проводимую в этом плане работу, провели беседу с жителями Махали.